Здравствуйте, уважаемые зрители. Кормим бездомную кошку. Снег, зима. Им холодно, голодно. Призываю поддерживать братьев наших меньших. Вот кошка легендарная. 16 лет назад прибилась к нашему дому. Спасает наш подвал от мышей и крыс. Одно ухо она потеряла то ли в боях с другими кошками, то ли еще полуха нет. Голодный, видно, сегодня никто не кормил. Быстро съел. Обычно бывает не доедает, оставляет. Ну, холод. Зимой больше нужно калорий животному, чтобы выжить, как и человеку. Ну, вот, несмотря на то, что опаздываю на работу, я нашел все-таки 5 минут покормить кошку. Вот, все. Будем считать, что она сказала спасибо. Если вам понравилось, уважаемые зрители, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и будьте добрее не только друг другу, но и к животным. Удачи!